все, мы отправляемся в небольшое путешествие по Америке на машине. Первая точка, первый чекпоинт. Называть их или не надо? Ладно, не надо, буду показывать. Ну, в общем-то, сегодня мы будем ехать по самой красивой дороге Америки. Это дорога номер один. Пока что мы едем по фривею, ничего интересного нет. Но в скором времени мы съедем на эту красивую дорогу. Таким образом мы отмечаем с мужем нашу годовщину. 6 лет, как мы повенчались. Вот, такое решили устроить себе такое вот, как сказать, свадебное путешествие. А наша первая остановочка. Ничего выдающегося, просто вот такие вот красивые горы. Мы очень быстро проскочили Санта-Барбару, даже как сами не заметили, но мы и не планировали в ней останавливаться. Но здесь просто очень красиво, я не знаю, как на видео и что будет дальше, но у меня полнейший восторг. А вот на трассе есть такие съезды. Здесь можно, например, достать свои бутерброды, как это сейчас сделали мы, перекусить, там сходить в туалет. Вот там можно выгулить свою собачку. Вот так вот все сделано для удобства путешественников. Так, ну вот она, наша первая остановка — Сан-Симеон. Это морские слоны. Вот и здесь их лежбище. Все приезжают сюда посмотреть на них. Вы посмотрите! Вдоль всего побережья чик-чик-чик, они вот так лежат. Круто! Пойдем еще посмотрим. Поближе, интересно, здесь можно? Я не знаю, слышно ли тут звук, это что они таким образом делают. Блин, так их много. Прикольно. А, вон тот большой этот звук такой издает. Что-то он там командует или что? Ну-ка, ну-ка. Видишь, они слоны, потому что у них эти носы хоботы. Да, да, да. Он огромный. Ага. Он сейчас будет целоваться, смотри, вот. Нет, что-то они передумали, не хотят целоваться. Так, ты что, маленькую надумал целовать? Не надо. Нет, он, по-моему, не приветствует, а как-то так, что-то недоброе задумал. Вот, они надумали, какие-то брачные игры устраивают. Может, у них сегодня тоже праздник? Да. Ой, это... Разговаривают. Куда, куда вы? Они такие огромные, я не знаю, передает ли это камеру, но они реально такие огромные. Блин, вот почему-то в этом месте воняет просто жестко. Они здесь лежат, короче, в песочке. Фу, блин, вот это вонь. Как хорошо, что телефон не передает запахи. Ползет сейчас. Фу, ребята, вы же вроде моетесь часто. В чем проблема? Вот там, там вот этот все орет, орет. Блин, вот этот смешной чувак, вот этот. Вот он, да. Смешной. Цвит так. Извиняюсь, что я так дергаю, просто это... Вроде хочется все показать. Фу, блин, я не могу, как воняет. Ужас. Так. Вот там. То ли борьба, то ли любовь. Любовь, любовь. Играют. Почему ты решил, что это любовь? Может, это просто догонялки? Блин, ребята, что ж так воняет?
А там, где они на море лежат, глянет, лезет прям по всем. Блин. Ну, прикольно, конечно, посмотреть на них среди обитания. А вон, смотри, а этот один лезет на всех. Вон, вон там вдалеке. Коричневый, да. Да. Большой, вон они. Так, а тут что? Полз, значит. Место называется Сан-Симеон. Вот, в принципе, здесь огромное-преогромное лежбище морских слонов. Вот, до конца той скалы вот это все. Да что ты, болтун, глянь, какой. Я хотела вам что-то рассказать, а он там вот болтает. Ну, в общем-то, прикольно. Абсолютно бесплатно. Можно остановиться и посмотреть на них. Главное, что абсолютно натуральная природа. Ну да, они в естественной среде обитания. И просто стоять, наблюдать, ну, прикольно. К запаху привыкаешь. Вот тут в воде меня больше всех умиляет. Он все кричит и кричит, что-то хочет всем объяснить, а его никто не слышит. Плавает и получает удовольствие, делится этим удовольствием. Какой красивый маяк впереди, но, к сожалению, самостоятельно подойти нельзя. Мы как нормальные такие русские люди. Нам забор не помеха. Мы решили, все равно пойдем. Ну, таблички нет, нельзя, подумаешь, забор. Но вот здесь вот уже табличка, что только с гидом. И, короче говоря, решили мы не рисковать. Мало ли на какой-нибудь штраф нарвемся. Хотелось бы посмотреть, но не хочется неприятности себе на пятую точку находить. Поэтому решили развернуться и пойти, как будто нас здесь и не было. Вообще красиво, красиво. Вокруг такие горы. Спасибо. Спасибо. Класс. Блин, это реально дорога номер один. Вот просто дорога вот вся в таких пейзажах. Невероятная красота. Невероятная красота. Мама дорогая! Как хочется запомнить, это просто... Очень крутые виды, да? А вот туда, к океану. Мы себе устроили такой вот подарок. Поселились вот в таком вот красивом, романтичном месте. У нас еще целых полдня для того, чтобы погулять здесь. Все как следует обойти, отдохнуть. Ну, а завтра снова в путь. Все, отправились гулять. Здесь, конечно, очень красиво, очень. С одной стороны горы, с другой океан, музончик. Класс. Океан, горы. И они же такие в тумане. Но плохо видно. Ребята, вы должны это видеть. Мама, как это круто!